Моя безумная любовь к странным памятникам. Вот она, да? Да! В общем, мы приехали высоко в горы ради того, чтобы посмотреть на дерево. На оливку. Ведь же нам что, не хватает оливок? Они же везде. Ух ты! Папа, это фиолетовые, они не созрели. Что? Это же фиолетовый сорт, они еще не созрели. Какие-то пещеры. Видите? В общем, рассказываю. В 1994 году этому дереву присвоен статус национального памятника, потому что этой оливе около 2000 лет. То есть такая прабабушка всех и вся. Всего в мире существует еще 5 олив, которые старше 2000 лет. Одна в Тунисе, одна в Израиле, одна в Афинах, одна в Баре тут недалеко. И одна еще где-то, я забыла. Так что она, эта олива, к которой мы идем, она 12,5 метров в обхвате. 10-метровые стволы. Раньше она давала 250 килограмм оливок в год. То есть это приблизительно 40 литров масла. А папа ее уже, походу, видит. Думаете, почему здесь нельзя разжигать костры? Дровишки даже вон лежат. Ну, вы посмотрите на это чудо. Представляете? 2000 лет. Да, ее прям... Вот это дерево! Божечки, какая она красивая! И интересная! Кто-то браслетик мне оставил. Вот это да! И причем она до сих пор плодоносит. Старая олива, здесь у моря ты стала молчалива. Платье из коры, матушка-богиня, ждешь меня домой. Там душа, там сила, вера и покой. Георгий Арус, там я. Смотрите, тут происходит смена поколений. Она рождает новые оливочки. Могла бы быть целая цивилизация каких-нибудь маленьких существ. В общем, супер, товарищи. Близко от Бичичи. Совершенно бесплатно, в отличие от бара. И можно прям потрогать. А мы погнали дальше. Ух ты! Там параглайдинг. Смотрите, какая тут красота. Видели, что у парковки есть указ.